Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим автомобильные фары от компании Lavita, противотуманные фары, модель HU164RB. Поставляются они в фирменной упаковке. В комплекте у нас идет две фары довольно-таки большого размера. Давайте посмотрим поближе их. Вот так вот они выглядят. Корпус у них металлический, у этих фар защита. Единственное, что вот эта вот решетка хромированная, она из пластика с хромовым напылением. Стекло идет прочное, рифленое, как мы видим. Вот размер фары составляет 20 сантиметров на 20 сантиметров. Крепление также металлическое с резиновыми прокладками и провода подключения. Провода подключения подключаются все на 12 вольт. Здесь установлена обычная стандартная галогеновая лампа с цоколем H3. Вторая фара абсолютно идентичная, все то же самое, как мы видим. Вот сейчас мы подключим одну фару на питание 12 вольт и посмотрим, как они будут отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт, фара у нас загорается. Вот так вот она отсвечивает, слегка с голубым оттенком, как мы видим, потому как у нас стекло идет радужно-голубое. Вот, цвет свечения довольно-таки яркий. Вот, в зависимости от того, какую лампу сюда поставить, если усиленного свечения, то есть яркость у вас, понятно, будет выше. При покупке на комплект фар обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.